Всем привет, это канал Физикса, и мы продолжаем играть в Doom. Просто Doom. В общем, мне пришлось немножко пройти заново. Ну, смотрите, что я нашел. Плазменная пушка. Видали? Случайно нашел вообще, там, секретик какой-то. Ну, ладно. В общем, что-то пищит. Ладно, продолжим сражаться. Да что вы все прете, а? Вас просто дофига. А, все, тоже умер. Тихо. Так, у нас тут был плазменное ружье и вот эта штукенция. Одержимый охранник. Ну, мы это видели, да? А, оружие, да, плазменное оружие, вот оно. Так, база данных. А, элитный страж. Да, кстати, там был еще элитный какой-то страж. Я у него взял какой-то чип непонятный. Ну ладно. Ну, мы во всем разберемся потом. То есть во время записи. Потому что я не хочу разбираться. Уйди, а. Без вас. Опа-опа. Давай плазму. Не жалей плазму. Ты что тут забыл? Вот так-то. Ты. Блин, он не пробивается плазмой. О, другое дело. На, убейся, а. Убил его прикладом. Отлично. Остались тут чуть-чуть вот эти. Харе. Сейчас. Готов, мать твою, а. Всё. Ты чё прыгаешь-то? А, максимальное здоровье. Так, ну давайте. Пойдем сюда. Оп. Нефиг тут, блин, появляться мне. О. Вот, вот этот, кстати, страж. Мы у него вот так сняли чип. Угу. А, претарианский жетон. Давайте посмотрим, что это значит. Ага, мы можем... Ловко... Тут можно столько всего усиливать. С помощью вот этих... Так, давайте усилим ловкость. Получить. А, ой, надо две она стоит. Подожди. А у меня две как раз, да? А, это один, два, один, один. Сопротивляемость среде. Сканер местности. Увеличит эффект усилений. Давай усилим эффекты. Ага. И давайте мы сопротивляемость среде усилим. Вот и хорошо. Так, ты тут что делаешь? Какие-то мне патроны он дал. Ну что ж, ладно, продолжим путешествие наше. Вайся. Так, нам сюда. О, а вот и вы. На. На, сейчас красиво сделаем все. Вау. Так. Это все фигня. Только что-то многовато. Надо всех их растужить. Как они достали уже. Они что, оттуда что ли взяли? А, вон откуда вы все появляетесь, да? Будете знать. Опа, что за дверька? Ну ладно. Ух ты. Вега. Чё-то нас никто не встречает. Тут закрыто. Наверное, там тоже закрыто. Тогда нам придется идти сюда. Я так понял. Давай. Вау. Какой компьютер. Это подарок. Подарок? Какой? Опа. Примите. Это придаст вам сил. Поможет в пути, если выдержите скачок мощности. Это что за око Саурона, а? Ладно, давай возьмем. А что оно делает? Вау. И что?
Внимание, перезагрузка. Энергия направлена в подсистемы. Здоровье, броня, боеприпасы. Увеличить максимальный запас здоровья. Увеличить максимум наносимой брони. Увеличить максимальный боеприпас. Давайте сначала здоровье прокачаем. Здоровье это самое главное. Вы только что зарядили свои системы чистой агент энергией. Да. Похоже, она вам на пользу. Ага. Я открою для вас и все остальные агент ячейки в комплексе. Слышь ты, я тебя убью, понял? Вега. Дай то, что он хочет. 61 337 сотрудников УАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Понял. Согласно записям Кайзена, вторжение началось в комплексе «Лазарь». Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала УАК в тех существ, которые теперь рыщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирс. Вот она, эта сучка. Я должен извиниться за все, что здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Да. Оливия, прежде всего. Я полагаю, вам рано или поздно придется с ней разобраться. Разберемся. Возможно, вам не нравятся наши технологии, но знайте, исследования ада велись исключительно ради блага человечества. Точно? То, что вы видите сейчас, цена прогресса. Ну, да. Впрочем, это уже не важно. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс. Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем. Погибнешь? А ты-то от чего погибнешь? Ты же робот. Ладно, завершена. Развить установку. Идите к шлюзу литейной фабрики. Хорошо. Пойдемте к шлюзу литейной фабрики. Выход. О, мы прошли уровень. Где-то был еще один такой элитный страж. Только мы его чуть не нашли. Ладно. Ну, мы так просто играем, мы же не по секретам все-таки. Но я нашел только двух. Третий где-то тоже был спрятан, но там надо было бегать долго, чтобы найти его. Блин, у меня провод зацепился. Тихо. Оба. Так, давайте почитаем. После того, как разобрал спутник, стали ясны масштабы источника атаки. Оливия Пирс, ведущий ученый проекта «Лазарь», ставшая главой культа, активировала адскую волну и выпустила сотни демонов из клеток лаборатории «Лазарь». Начавшаяся бойня поставила комплекс на грань полного уничтожения. Реакторы литейной фабрики вот-вот расплавятся. Сэмюэл Хайден, один из выживших директор марсианского комплекса, предложил вам свою помощь. Но помощь вам не требуется, вам лишь нужны патроны и способ спасти реактор, прежде чем он уничтожит базу. Вот так-то. Литейная фабрика. Сейчас будем спасать литейную фабрику от перегрузок температур. Я так понял, вот тут везде всякая опасность, тут нам пишут. О, загрузилась как раз. Давайте все прикончим. Отказано в доступе? Зачем ты мне отказываешь, а? Не надо мне отказывать. Ишь ты, отказывальщица. Плавильня. Эти искры, они так завораживают. Тап очков улучшения. Ну это мы знаем, мы потом будем. Или может сейчас улучшить что-нибудь. Так, давайте улучшим микрогранату. Так, это шквальный огонь пока не будем, это нам недоступно. Тут у нас все закрыто. У пистолета эффектность заряда сокращает время требования для генерации мощного электрозаряда. В принципе, неплохо. Давайте возьмем. Так, ну давайте. Голосовое сообщение. Какое еще голосовое сообщение? Вега. После диагностики претарианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей. Спасибо.
Я тут заметил, что у меня 125 жизней. Что-то я раньше не видел, но это из-за того, что я увеличил здоровье. Комплекс не позволит вам проникнуть в турбинный зал, пока уровень демонического присутствия на литейной фабрике не будет снижен. Наша главная система не подпалится в помощь. Хорошо. Ладно. Вот она, фабрика. Прыжок! Немножко как-то эффектно я прыгнул. Опа, привет. Опа. Так. Это для автомата. Там удар, глушил какая-то. Умный прицел, давай для него поставим умный прицел. Ну-ка. Давай сюда. Умный прицел. Оу. Чёткий. Давайте проверим на ком-нибудь. Так, территория литейная фабрика. Вот она, да? Понятно. Может, потом почитаем, если у нас будет время вообще. А сейчас посражаемся. Опа, бочка! Есть! Так, ты подыхал, только не сдох-то, а? Ну ладно. Ой-ой-ой, вот это взрывается. Всех перемочим, давай. Ты чё, стреляешь вообще? Так. Патрончики. Чё-то вот... Как-то происходит сейчас, подождите. Параметры. Видео. Полный экран. Гамма-коррекция. Что... Может, это мышка у меня что-то подлагивает, я не знаю. Поле зрения. Обнаружена утечка газа. Я не знаю. Все вроде в порядке уже. Так, что это за рука? Отказано в доступе. Чё ты мне отказываешь-то, а? Ух ты. Что это? Опа. Вау, ты кто? Ты чё творишь-то, а? Вот это же апенция. Куда его понёс-то, а? Его выкинешь сейчас? Температура ядра растёт. Ну пусть растёт. Так, я-то туда, мне кажется, не допрыгнул. Как тут всё горит-то, а? Ладно, пойдем обратно. Там был вроде еще один проход. Вот тут. Кто меня будет встречать? Так. Блокировка зоны. Почему у меня нет? Я же брал вроде синий доступ. И желтый брал. А где это все у меня теперь? Нету, что ли? Ну вообще. Внимание! Температура ядра растет. Да. Пусть растет. Опачки. Компания. Я к вам. Так, подожди. Мигай. Тихо, куда ж ты? Ой, я загорелся что-то. Сука. Да. На. Кто меня тут бросает, а? На. Подыхай. Я куда побежал? Хотел сбежать, да? Баба! Вот вам. Жарко. Так, о, патрончики. Так. О, желтый. Так, тут сразу два у нас, да? И желтый, и синий. Мне это надо все найти где-то. Пойдемте сюда. Наверняка у кого-то есть. Ой-ой-ой. Кыш. Вы что делаете, да? На, подыхай. Опять ты, а? Ты меня задолбал уже. Своим щитом гребаным. Блин, патроны закончились.
подыхай тоже. У меня же еще без хила есть, я что-то про него забыл. И гранат у меня есть. Бум. Давай. Запрыгни. Вот. А то что, блин, не взрывается. Вообще не... На куски не разрывается, я имею в виду. Все. Опачки. Желтенький. Я нашел желтенький, отлично. Что происходит? Все ломается. Так, тут синий еще тоже нужен. Ну-ка, давай. Да, быстро заряжается. Заметно. Очень заметно. Так, если что, у нас бензопила есть. Помним. О, и плазменное ружье у меня есть, точно. Что-то про него вообще забыл. На-на-на-на, давай. Ой, ты кто? Ай, это он, блин. Черт, иди нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что делаешь? О-о, давай. Давай. На. Готов. А, он не сильный. Рыцарь ада. На. Ой-ой-ой-ой. Утащи. На. Все. Всех. Очко улучшения оружия есть. Отлично. Это хорошо. Пусть будет. Поставим. Так. Что у нас? А, у нас желтый, да? Желтый он там где-то доступ. Давайте сюда. А! Ты чего делаешь-то? Ты чего творишь, а? Офигел? Вот смотри, а. Жесткий. А! На, давай, давай. Чего? Блин, так выскочил неожиданно. Вообще капец. Так, гранатки. Вон там есть у нас еще броня. Патроны. Опа. Усиление. Круто. Давай возьмем. Ломай. Отлично. Так, ну давайте. Давайте что по. Давайте боеприпасы. Что будет? 30! 30! О, да, просто... О, 30 патронов. Вообще капец, круто. Ну-ка, АССР. 4 бензопила. Плазменное ружье 200. 120 винтовка. Отлично. Просто отлично. Вот там можно еще вниз упасть, что ли. Ладно, вниз потом. Так, спасибо. Помните, незрячий совет всегда бдит. Хорошо, пусть бдит. Бздит, то есть. Так. Получена запись кодекса. Персонал ОАК Сэмюэл Хайден. Сэмюэл Хайден возглавляет совет директор ОАК. Это ты, да? Наследник богатой семьи. Хайден получил степень магистра творческой теоретической физики в Оксфордском университете, продемонстрировав выдающиеся таланты сразу в нескольких областях. Ага. Ладно, давай конец. Когда проект приблизился к завершению, у Сэмюэла был диагностирован неоперабельный рак мозга на 4-й стадии. Врачи дали ему полгода жизни. Эти последние несколько месяцев Сэмюэл провел, работая над радикальным решением проблемы. Я так понял, он у него был рак, а потом он стал роботом, да? Типа, чтобы жить дальше, продолжать свою жизнь. Патрон у нас максимально. Сколько у нас времени? Давайте еще чуть-чуть постреляем. Опа! Что ж творишь, а? Готов. Опять ты, а? Ты такой зверь, а? Ох ты ж. Сдохни. О! Давай добью. Готов. Эй, вы! Ловите. И еще ловите. Баба. Бочка. Еее! Адский крушитель. Что-то новенькое. Адский крушитель. Вау. Какой-то он... А вот рыцарь ада, да? Адский крушитель. Так. Что у нас тут? Оружие, обучение, база данных. А, это мы уже видели. Все понятно. Так, это что?
Надо, может быть, использовать уже бензопилу как-то. А то что про нее забыли совсем. Так. Ой, а там что-то есть. Там это... штука, которую надо глаз оторвать. Бензопила. Привет. На. Так, тебя не надо взрывать. Ой, то есть резать на кусочки, потому что ты взорвешься. Мне этого не надо. Давай. Бабах. Погнали. Давай. Кто? Кто сильнее? Я сильнее. Ты чего тут забыл? Вот он. Откинь. Демон. Умри. Какой сильный, а? Ну-ка, разрежем тебя. Он просто сильный. О, о, отлично, подорвало. Вы что, меня заблокировали? А, вот, а нет, нельзя. Блин, они меня взяли, заблокировали. Придется наверх идти. Опять ты? Ты меня задолбал, знаешь? На, да подорвись. Куда ж ты погнал-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да сдохни. Какой прыгучий. Все. Уничтожьте кровавые гнезда. Один из четырех. Очко улучшения оружия. 25% уменьшено. Что маловато. Автокарта загружена. Автокарту загрузил. Территория литейная фабрика. Теперь у нас... О, у нас две записи есть. Очки улучшения оружия. Умный прицел. Режим прицельные пули пробивают цели. Неплохо. Пусть будет так. О, синий пропуск. Отлично. Броня. Вроде все. Ой. Так. Ну, синих проходов вроде много. Вот один из синих проходов. Можно, конечно, вниз. Не знаю, надо вниз или нет. Эй! Бабах! Чувак, спасибо. Так, 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 так. Так, успокоились. Успокоились. Папа пришел. Что за звук, как будто муха, блин, перед ухом летает. Такой звук. О, еще один. Баба. Так, 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 так. Все, все, все. Вы проиграли. Достаточно. На. Красиво. Кто, кто, кто? Кто? А, вон они. Вы что, спрятались, а? Думал, я вас найду. На. Типа. Ой, ты что стреляешь, а? Все, всех. А ты бесишь. На-на-на-на-на-на-на. Во-во-во. Я чё, тебя не пробил, что ли? О-о, есть. Отлично. А ты куда поскакал, а? На. Есть. Сатанинский круг. Демоническая угроза превышена на 50%. На 60% уменьшена демоническая угроза. Мы молодцы. О, а мы уже здесь были. Как раз. Ну что ж, тогда остальные гнезда осталось уничтожить еще где-то. Я не знаю, где они находятся. Где-то еще два гнезда. Но мы их потом поищем. Давайте мы здесь и остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также не забывайте про группу ВК. Там вы... О, я нашел гнездо уже одно. Пойдем туда. В следующий раз. Всем спасибо. Ай-яй-яй-яй!
Вот напрыгался. Подождите. Расправимся с ними. На-на-на-на-на-на. Куда ты, куда прёте, а? Да. Всё, со всеми? Нет, не со всеми. Ты чё сзади стоишь-то, а? На! Блин, взрывайся. На! Есть. Всё? Всё-всё-всё-всё-всё? Блин, а чё музыка такая жёстко играет тогда? Всё, вроде никого нету. Ну да. Ладно. Забыли. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Также не забывайте про группу ВК, там вы можете предлагать свои игры для прохождения. Всё, всем... Да ты ж... Не дают попрощаться, а. Хватит, хватит, хватит. Блин, я не могу ходить по лаве. Лайк. Терминатор. Все, всем пока.